А как ты Федю хотел бить? Федю бил? Глеб, голову закрой. Егор, то же самое. Не опускайте руки и полегче друг друга бейте. У вас еще есть живот, корпус. Егор, улыбаться будешь после тренировки. Лицо спрятал свое. Руки держи. Зря ты руки опускаешь. Глеб, двигайся больше. Давай потом поговорите, ладно? Стоп, время, отдохнули, руки пожали свои. Я сказал время. Двумя руками можно. Так, хватит, начали. Егор, голову не отворачивай, смотри вперед и руку правую не опускай. Глеб, шевелись чуть-чуть. Вы в живот можете посильнее, в лицо сильно не надо. Глеб, руки не опускай. Егор, у тебя правая висит постоянно, ты от колена бьешь. Глеб, у тебя ухо отсвечивает немножко мне красным цветом. Руки держи, левую не опускай. Время, отдыхаем. Руки пожали. Руки пожали. Все. Глеб, голову поднимать не надо. Левую руку опускать тоже ни к чему. Егор, закройся. Шевелись. Удары 3, 4, 5 ударов. Связка, комбинацию делайте. Корпус. Глеб, правый удар должен быть длинным, а не короткий, если он прямой. Егор, скорости добавь чуть-чуть на ногах. Отдыхайте, время. Егор, голову опусти, подбородок не поднимай. Вот, кидай руки. Глеб, закрой лицо. Егор, шевелись, только назад спину не вали. Вперед, завались чуть-чуть. И лицо спрячь. Глеб, руки на место. Да-да, еще кулачный бой начни. Все, время. Глеб отстоялся, молодец.
Легко, без ног, одни руки работают, начали. Легко его бить? Начали потихоньку. Легче. Сам легче, Егор. Егор, пока не бей, пусть попробует хотя бы чуть-чуть. Глеб, в живот руки кидай, не надо в голову. Глеб искал потихоньку. Отвечай, бей, бей. Сразу бей, не цепляйся. Все, хватит, попробовал, разницу понял. Вот надо научиться защищаться и бить. Вот этому ты пришел учиться.